Добрый день, дорогие друзья, мы с вами у вольера Гамадрил. И вот вожак уже сует свою лапку, ждет угощения. Так, я принес ему его любимый салатик. Салатик застрял. Ну, сейчас. Сейчас будем... Специально здесь есть палочка. Вернее, не палочка. Такая вот. Видите, друзья, приспособление. Все, как говорится, отточено до мелочей в парке. Так, и что мы наблюдаем, друзья? Вожак кушает, а другие даже боятся взять угощение. Вот такая вот у них жесткая дисциплина. Кстати, в дикой природе у них еще гораздо жестче все. Там вообще, если в семье альфа-самца самочка посмотрит на другого самца, то ее ждет очень суровая наказание. И вот здесь мы видим, что тоже вожак их за не то что запугал, а вот к такой дисциплине приучил. Ну, собственно, да, друзья, на страхе в дикой природе все держится на страхе. Ну и не только в дикой природе. Зачастую у людей также. Некоторые только понимают силу, ответственность. Это не для них. Вожак. Так, сейчас, друзья, кинул ему, вернее, им еще вкусное угощение, но чувствую, что это действительно будет ему. Ну, зато, видите, другие теперь травку посмели кушать, раз у него более вкусное в руках, в лапках его угощение. Мамочка визжит, требует, чтобы ее тоже угостили. Ну, я-то попробую, но... Тут такой папуля, что, по-моему, ничего тебе не светит, подруга. Ну, все, видите. Только я взял кусочек угостить, папа тут же нарисовался. Тут же папа нарисовался. Иди ешь траву. Ты и так толстенький. Мамуля урвала кусочек.
Вот и еще одна урвала. Ну, папа явно не голодный, поэтому не стал уж сильно наказывать. Там зам его у той трубы. Вот мамочка. Что ж, друзья, ну вот немножко он подобрел уже. И другие кушают, даже малыши. Так что не такой уж он и тиран. Он еще малютка. Вот, заботливая мамочка, молодец. Смилостивился. Общий перекус разрешил. Вот. Что-то решил своего зама погонять. Для профилактики, чтобы не расслаблялись. Демонстрирует, какой он мощный. Все, припугнул.